На трассе Астана-Павлодар задержали 6 мужчин, которых подозревают в похищении людей и вымогательстве. Они избивали своих жертв и забирали крупные суммы. Известно, что задержанные из Кызылординской области действовали крайне беспринципно. Они похитили своих же двоих знакомых, избивали и удерживали их в квартире. А потом забрали у пленников сотовые телефоны, 300 тысяч тенге и требовали еще 1 000 000. Один из потерпевших, пытаясь убежать, выпрыгнул с 5-го этажа с множественными переломами. Он сейчас в больнице. Второго похищенного преступники собирались перевести в другой город, но их задержали прямо в дороге.